Всем привет! Сегодня мы будем говорить еще про один раритет. Это советский граненый стакан, он же мухинский. Вот такой. Тут у нас немножко закуски для интерьера. Данный стакан советский, именно этот экземпляр, 14 копеек стоил. Объектив не макро, наверное, не получится там все это нормально показать. То есть это оригинальный стакан, судьбу стакана не знаю, может там стоял в автомате с газировкой. Может, с него чай пили где-то в школе, может, все что угодно, а может, где-то и мужики какую-нибудь русскую водку распивали. Итак, называют стакан мухинским, так как говорят, что еще Казимир Малявич данным стаканом руку приложил. Но говорят, что мухинский. Разработан он в 40-х годах 20-го столетия. Набрал гигантскую популярность. Первые стаканы начали делаться в гусь хрустальном, можно сказать, целая эпоха. Сейчас очень много таких стаканов, но мне именно хочется собрать оригинальную советскую посуду. Вот у меня есть такой вот стакан, самый настоящий советский. Говорят, что еще выпускаются какие-то новые свежие партии, но мне не кажется, что они такие же самые, совсем другое оборудование. Совсем другое качество и другой интерьер. Итак, берем. Видео пишется 20 числа, мне как раз сегодня 30 лет исполнилось. Уже и отгуляли, в принципе. Вот-вот будет уже 21 число. Ну, пока еще у меня юбилей. Итак, с такой классической закусочкой. Вареная молодая картошка. Тепличный огурец. Синий лучок. И полузеленые помидоры, которые пахнут. Не магазин, а именно помидор, который пахнет. Вот. Ну и черный хлеб подовой. Ну что, за меня и за вас. Всего хорошего, спасибо за внимание. И за граненый стакан, кстати.